стратегии развития. У нас пока что еще, я не знаю, если мы способны найти 100 меценатов, которые дадут еще на подобный фестиваль в Москве. Кризис, что ли, кризис. На самом деле, если говорить о меценатах, криптучи, который был абсолютно вот так, просто брос как бы информации, мы должны были собрать за 3 месяца, мы собрали за 2 недели. Всю сумму, которую должны были. Это люди, которые, даже кто-то здесь вот есть присутствующий, кто там 100 рублей перевел, мы сняли, должны были собрать 180 тысяч, собрали 240 за 2 недели. Кстати, да, есть. Это значит, что люди готовы. Какую платформу вы собирали? Планета. Есть, да, вот эти инструменты, которые, собственно, да, позволяют сейчас кипировать. Главное правильно донести, объяснить свою мысль. Мы как бы сказали, ребят, мы вот хотим сделать такой проект, да, и многие откликнулись. Причем я замечу, Гоша, это как бы, что не друзья, не близкие. Абсолютно. Абсолютно. Вот тебе кажется, что это должен быть твой коллега. Слушай, там, ну, поучаствуй там, ну, там. 100 рублей. Там же, да, там же момент того, что ты участвуешь и что-то за это получаешь. То есть ты там пожертвовал 100 рублей, тебе в подарок диск. Если ты там 1000 пожертвовал, ты бесплатный билет на концерт. Ну, да. Там, 5000 у тебя, вот у нас была такая, допустим, 30 тысяч пожертвовал, у тебя вечный билет. Один человек купил на наш вечный билет, я решил сделать как-то. На человека собирали деньги. На клип, тучи. На клип, вот на который тучи, вы пожертвовали. Да. Вот. Ну, просто как вот, я хотел сказать, что это работает и это возможно. То есть люди готовы, люди хотят, просто мы должны общими усилиями, и ради чего вот мы сегодня все собрались, я просто хочу сказать огромное спасибо Ольге, огромное спасибо Гоше, да, за возможность, за возможность выступить, потому что действительно мы артисты, я представляю здесь вокальный кроссовер в нашей стране, и говорю Сергей тоже от всех нас, что мы действительно хотим, мы верим в то, что это направление в нашей стране, оно будет, это 100% раскрутится. Да, просто мы хотим, чтобы пришло на наше время еще немножко, чтобы немножко в этом побыть. Да. Я хочу закончить, сказать огромное спасибо организаторам, как бы подводя эту историю, и хочу отдельное спасибо сказать за то, что я послушал, и всем рекомендую послушать лекцию на сайте Гоши, там 9 роликов, это потрясающе. Есть, да, на канале YouTube Гош Про. Да, Гош Про, потрясающе, потому что я вчера еще раз пересматривал, там можно разбирать все на цитаты, и все действительно о том. И вот сказать огромное спасибо, что люди и шоу-бизнеса, люди искусства, науки, и мы, музыканты, объединяемся. Чем больше мы будем об этом говорить, я думаю, что через год, дай бог, мы встретимся и еще раз. И, Стадион, дай мне ждать. Я хочу отдельно подарить инициативу. Сейчас продюсером прям головешку, знаете, я в твою организовала. Не, молодцы, чего, я в честь славы, что мы этим занимаемся. Потому что их ведь как класс не было, правильно? Еще совсем недавно. Я в свое время организовала факультет менеджмента в Академии. Вот, и он сейчас вот работает, этот проект, и, собственно, благодаря этому проекту мы с ним познакомились, потому что новый его директор, я уже сейчас этим не снимаюсь, нас вот с Ольгой познакомил. Но тут история вот в чем, смотрите, как у нас во всем монополизм. Вот у нас есть несколько олигархов, допустим, да, условно, и у них в руках значительная часть общественного богатства, предприятий, там, сказать, выпуска. Вот. То есть отсутствие конкуренции. То же самое продюсеры. Вот их мало. Вот Матвиенко, там Пригожин, того. Представь себе. И поэтому никто из них не ищет новые имена. А зачем они? У них старых имен. О, им, дай бог, Билана прокатать, и здорово. То есть у них есть возможность, не надрываясь, спокойно, так же, как и в других сферах экономики. Нет экономики отдельно в культуре, отдельно где-то. Есть экономика, вот она функционирует так, правильно?
А вот если было еще 100 продюсеров, которые каждый бегает в поисках артистов и думает, где бы на ком бы заработать, потому что у меня, кроме, скажем, организаторских, никаких других талантов нет. Я не пою, не пляшу, не играю. Вот только за чужой счет. Вот иди сюда, я тебя продам, и значит, мы с тобой будем могут процветать. Вот если таких будет 100 человек, да, которые носятся в поисках проектов и в поисках кого бы продать, да, то тогда, о, будет счастье наступит полное. Ну правильно, конкуренции недостаточно. Ее вообще нет. Ее нет. О! Но это на самом деле обусловлено еще и тем, что аудитория у нас стала очень аморфной и очень ленивой. Экономика так построена. Общественная жизнь так построена. Во всем монополизм. Нет конкуренции живой. То есть нет поиска идей, поиска талантов, поиска того, что, собственно, кормит продюсерство во всем мире. Верно? Вот если хрупкая женщина своими руками подняла проект и сама себе продюсер и все, ну значит их не хватает. Да. То есть я прошу прощения, как бы все сводится к продюсерам, продюсеры такие вредные, а все остальные не востребованы. Дело в том, что продюсер есть свои собственные задачи. Я не продюсер, да, то есть я организатор больше, но у продюсеров есть собственные задачи. Это бизнесмены. И возлагать на них какие-то, что они не являются регулирующим органом в культурной жизни России. Есть куча альтернативных музыкальных проектов, которые сами по себе живут и сами собой занимаются, да, именно так, как вы сказали. И они успешны, даже в поп-культуре, да, куча музыкантов. Сами себе продюсеры. Сейчас есть интернет, если быть достаточно знающим человеком и посещать хотя бы такие мероприятия, набираться базового какого-то знания, как бы регулировать эти процессы, можно заниматься собой, да, собственно, как бы самостоятельно. И правильно вы сказали, абсолютно не надо лениться, двигаться. Сидеть, пенять на кого-то можно бесконечно. Абсолютно нет. Это да. Проблема, конечно, в нашей стране это есть. Нет, я вот смотрите, я скажу часто, я организатор, я знаю проект Дмитрия Янковского уже 2 года. Мы с ним познакомились на конференции, на музыкальной конференции «Коллизиум». Я 2 года ищу возможность поработать с этим проектом, потому что мне дико нравится. Я еще ничего не сделал в этом проекте. Я профессиональный организатор. Но Дима-то ведь сам себе что-то делает и не ждет таких вот организаторов, как мы. И проект существует, и уже набирается успех. Сказать, на самом деле, это несколько, может быть, ну, это мое субъективное мнение, но несколько ошибочно в стратегии собственного продвижения, неважно, в каком жанре вы работаете, пытаться себя относить к какому-то классу музыкальному или какому-то жанру. Дело-то в том, что законы-то одни и те же работают. Ваша задача – получить аудиторию. И тут работает одно и то же. Неважно, какой вы делаете продукт, важно, как вы его туда введете. Вы думаете, в поп-музыке все просто? Ничего не просто. Там этих проектов 3000 на каждый город. И каждый хочет стать звездой. Там еще хуже ситуация. Вам-то проще обратить внимание на себя. Вы оригинальны, вы интересны, вы что-то какое-то особенное. Профессиональный. Профессиональный, да. А вот этой массе поп-продуктов еще хуже. Да, можно бесконечно пенять, что у вас нет продюсера, и продюсер вами не занимается, и сидеть ждать от моря погоды. Надо заниматься самим. Осваивать эти будете, не можете освоить, не знаете, как работает интернет, ну, учитесь. И так далее, и так далее, и так далее. Аудиторию надо получать, а работают одни и те же законы. Они уже не творческие тут законы. Это законы маркетинга обыкновенных. То есть любой артист — это маленькое предприятие, которое делает продукт, который надо продавать. Вот и все.